новые правила декларирования криптовалют в США. Согласно официальному тексту нового законопроекта, внесенному в Сенат США, теперь при пересечении границы путешественники обязаны декларировать все свои цифровые валюты на границе, если их рыночная стоимость превышает 10 тысяч долларов. Законопроект 1241 о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и фальшивомонетничеством был выдвинут сенатором от республиканской партии Чарльзом Чаком Грасли. В случае нарушения закона предполагается наказание от блокировки средств вплоть до криминальной ответственности и заключения под стражу до 5 лет.